здесь уже третий раз. И каждый раз получаю огромное удовольствие. Для меня это очень хороший такой момент, пауза в жизни, в которой я заряжаюсь. Я думаю, что многим людям это сегодня нужно. И лечение, и с другой стороны, вот такой вот релакс, не только физический, но и духовный. Дом – это там, где тебя ждут. Вот нам так кажется, что нас здесь ждут всегда, в любое время. И мы приезжаем в наш дом, когда нам становится плохо, тяжело. Желание жить появилось, желание думать, желание решать какие-то задачи, строить планы, то есть вот полноценно жить. То, чего у меня не было. Слава Богу, что есть такие места, куда хочется приехать. Мечтаешь об этом. Лет нашему дому, честно говоря, даже не верится, что столько времени прошло. Когда мы только начинали, конечно, многие из нас не имели того видения, как оно все будет, потому что мы были не профессионалы, мы не представляли себе размеры, мы не представляли, что у нас заезды будут по 40 с лишним человек. Мы не думали ни о трудностях, мы не думали ни о том, что нас ждет впереди и сколько мы будем здесь трудиться. И вот сегодня, оглядываясь назад, мы видим, как нас вел Бог. Наш дом из маленькой команды превратился в большую команду. 15 лет для предприятия – это даже больше, чем 15 лет для человека. То есть наш дом вступил в пору такой зрелости. Начиналось с мечты. С мечты создать предприятие, которое бы своей основной целью имело помощь людям, и притом помощь комплексную, и духовную, и физическую, и эмоциональную, и эта мечта стала реальностью. Когда человек звонит и говорит, вот у меня вот такая проблема, вы сможете мне помочь? И я говорю, конечно, но когда это осуществляется, когда действительно человек видит результат, и ты это видишь, это настолько вдохновляет, это дает силы жить дальше, помогать дальше. Прибыль здесь – это улучшенное здоровье наших гостей, эмоциональное, физическое, духовное здоровье. Также для меня ценна возможность трудиться рядом с людьми, которые имеют те же самые ценности, чувствовать вот такой вот командный дух, любовь к одному делу. Эти 15 лет действительно стали большой такой весомой частью моей жизни. С этим предприятием связана, по сути, вся моя жизнь. Это дружба, это радость. Когда мы начинали, мы все были, ну, практически все были холостыми или незамужними. У нас не было детей. Вот. Но на сегодняшний день, кроме того, что у нас есть санаторий, у нас еще и много чего дополнительного есть. Наш дом – это еще и наши семьи, это и детский садик, это и школа, сельское хозяйство, это и строительство, это медиаслужение. То есть много вот таких отраслей, которые, по сути, составляют нашу жизнь. Кроме того, мы еще помогаем другим людям обрести знания о здоровом образе жизни, поэтому к нам многие люди приезжают и проходят такую школу, школу здорового образа жизни. Мы хотим, чтобы эта работа развивалась, и чтобы принципы здорового образа жизни, как можно больше людей их знали. Поэтому наш дом – это не просто лечебное заведение. Мы сотрудничаем с другими подобными заведениями по всему миру, и мы верим в то, что эта работа будет расширяться. Очень многие годы я работала в больнице и в доме престарелых здесь, на Украине, и в Израиле. И меня волновал один вопрос. Почему в мире существует так много методов лечения, и ни одно лекарство, оно не может исцелить до конца человека. И когда я узнала, что существует наш дом, и здесь применяют простые методы лечения, мне, конечно, захотелось поработать здесь и узнать, как действуют эти методы.
И когда мне предложили остаться и работать здесь, для меня это была большая честь. И я думаю, что лет через 15 я увижу уже своих троих сыновей, которые будут работать на этом месте. Это моя мечта. В движении. И движение это будет направлено на то, чтобы улучшать и улучшать качество. В планах сейчас строительство лечебного корпуса, где улучшится качество обслуживания и расширится перечень медицинских услуг. Я думаю, это будет очень хорошей помощью тем, кто приезжает сюда. Многие люди ждут этого. И для тех, кто работает здесь, это как бы новое дыхание. На самом деле 15 лет – это очень мало. Да, это годы, это наша жизнь, прекрасная пора нашей жизни. 15 лет – это не мало, но мне кажется, что мы только начинаем жить. Я считаю, что это одно из немногих мест, куда хочется возвращаться на Земле.